На нерегулируемых переходах преимущество всегда у пешеходов. Однако обязательно нужно убедиться в полной безопасности, оценить расстояние и скорость приближающегося транспорта. Видновчанка Ольга Архангельская рассказывает, что всегда придерживается правил пересечения проезжей части. Приходится гулять и с ребенком, и с собакой. И стараемся, конечно, везде по пешеходному переходить, по светофору еще лучше, потому что на нерегулируемом не всегда пропускают. Иногда едут чуть ли не по ногам. Это вот неизбежно, конечно. И смотрим обязательно и налево, и направо, еще и сзади посмотрим, чтобы никто не выезжал. Участок на Советском проезде у кинотеатра «Искра» для проведения профилактической акции сотрудники ГИБДД выбрали не случайно. Здесь расположено сразу два нерегулируемых пешеходных перехода. Еще раз мы напоминаем нашим пешеходам о безопасном поведении на дороге. Еще раз напоминаем о том, что пешеход должен быть ярким и заметным, поэтому использовать должен на одежде светоотражающие элементы. Ну и опять же привлекаем внимание наших участников дорожного движения, водителей, к тому, что на пешеходном переходе они обязаны пропустить наших участников дорожного движения, быть внимательными. Главной героиней мероприятия стала зебра, которая привлекала внимание и водителей, и пешеходов. Веселого персонажа предоставил Центр детского творчества «Импульс». Регулярно учреждение проводит вместе с ГИБДД акции. Мы участвуем достаточно часто, проводим спектакли, пропагандируем правила дорожного движения, чтобы все соблюдали. В акции также приняли участие представители Союза безопасности дорожного движения. Еще и дополнительный центр безопасности дорожного движения. Мы оказываем участие, помощь участникам, которые попадают в ДТП и без пострадавших. То есть, чтобы это все было быстрее и комфортнее, скажем так. А сейчас просто совместное мероприятие. Участники акции раздали всем пешеходам информационные листовки и световозвращающие аксессуары. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.